Так, вот начинается процесс изготовления знаменитых блинов уличных. С бананами. С бананами. Ну, может быть, я тогда попробую с манго, потому что мы никогда Хорошо. Не пробовали с манго. Угу. Я знаю, какие бананы вкусные. Вот, нарезали бананы, вот идет перемес с яйцом. Достается тесто, определенный порционный кусок. Тесто сделано из рисовой муки. Вот смотрите, что происходит. Вот как она старательно все переносит на горячую поверхность. Вот. Все это вываливается. Да. Вот процесс жарки. Вот. Второй будем делать из манго. Специально для вас. Да. Для разнообразия. Вот как чистится. Чистится манго, то есть процесс повторяется. Половинки манго, наверное, порежутся. Да, вот яйцо готовится. Так, она жаровне, процесс продолжается. Прожаривание. Да, за нами очередь устраивается, желающих. Как делается, интересно, как руками. Да. Тесто из рисовой муки, повторяем. Все это на краю дороги. Вот, пожалуйста, движение. Люди транспортно. Ходят. Да, тут же люди мимо нас ходят. Вот. Вот. Пожалуйста, вам. Блинчики с манго. Вот сейчас блинчик с бананом достаю. Перекладываем. Нарезаем. Разрезаем, как пиццу. Все. Перекладывается. No, milk. Пожалуйста, сгущенным молоком сверху еще поливаем. Хотите шоколад, хотите еще что-то синенькое. Но мы только со сгущенкой. Будем ходить, будем по улице и кушать. Все, готово. Сейчас следующий заберем и все. Этот готов. Что-то не жарится. Да, жарится. Да. Очень жирно жарится. Мне кажется, у тебя менее жирно. Это манго такой. Банан? О, манго. Банан?
третий раз. Процесс продолжается. Это для следующих уже. Вот. Все чистенько, все аккуратненько, все отходы выбрасываются. Как мы уже сказали, все происходит на оживленной улице. Это Second Road, всем известная. Вторая, то есть. Так, а сейчас нужно будет расплатиться. Да, сейчас расплатиться. Мой ключик пойдет точно так же. Сгущенкой. Всем привет!